В рижском зоопарке черепахи Челси и Трина стабильно набирают вес. Сегодня на ежегодной церемонии работники зоопарка взвесили двух галапагосских черепах. Каждая из них прибавила по 3 килограмма. Взвешивание черепах проходит в зоопарке уже 18 раз. Теперь Челси весит 92 килограмма, а Трина 116. Это хороший показатель, говорят тут. Благодаря ежегодному взвешиванию можно узнать состояние здоровья пресмыкающихся и в случае необходимости менять их привычный рацион. В 2012 мы констатировали, что все-таки этот рацион слишком питательный, поскольку этот прирост веса был достаточно быстрый. Ну и поменяли меню, больше снимали картошку, свеклу, бананы, в которых много питательных веществ. Ну и потом наблюдался вот сразу сильный спад веса, но самочувствие черепах улучшилось. Ну, сейчас они добавляют вот так понемногу, и это только хорошо. Галапагосских черепах привезли в Ригу из Чикаго в 1995 году. Впервые их взвесили в 2001 году. Тогда вес рептилий составлял около 40 килограммов.